Всем привет, с вами Севпо, и сегодня третья часть прохождения карты Room в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, давайте начнем. Залезаем наверх. Ну, как все помнят, мы остановились в книжной комнате, да. Залезаем наверх, и здесь я хотел бы вам показать один баг. Здесь, чтобы пройти паркур, я не знаю, что надо сделать. Здесь почему-то сделали два блока, да. Сделали два блока, да. Вот. Видите, всю дорогу я буду падать, поэтому сверху я сломаю блок. Вот. Ну, так видите, я упал, я сломал не тот блок, точнее, я не доломал блок. Сейчас я все быстро исправлю, и мы продолжим обзор этой карты. Ну, здесь мы тоже сломаем. Я не знаю, возможно, это замысел. Но я не знаю, как пройти эту карту с таким ужасным паркуром. Может быть, кто-то может пройти из вас, но я точно не могу. Ну что ж, вот мы прошли, и мы теперь идем дальше. Так, берем кнопку. И идем на выход. Так, быстрей, быстрей. Темп, тоже время кончается. Да я шучу, у меня еще времени много. Просто хочется поспешить. Ну, открываем нашу дверьку, и радостная новость. Мы все прошли. Ну, получается, на этом все. Все, кто смотрел все три части, молодцы. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.